Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, я, Полоскун. И сегодня я решил рассказать о том, как показывает себя робот Марс в игре War Robots, если на него поставить три пушки Еджи. Но, друзья, перед началом данного видео я бы хотел провести небольшой розыгрыш 5 пушек Еджи. Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно выполнить три простых условия. Во-первых, вам нужно подписаться на мой канал. Во-вторых, вам нужно поставить лайк этому видео. Ну и в-третьих, вам нужно написать любой комментарий с указанием ID и платформы. Определяться победители будут с помощью рандомайзера. И сразу, друзья, скажу, что если вдруг рандомайзер выберет комментарий без указания ID или платформы, то приз будет переразыгран. Ну а более подробную свою розыгрыша вы сможете найти в описании. Итоги розыгрыша будут подведены 1 февраля в среду в моей группе ВКонтакте, а также на моем Discord-сервере. Поэтому, друзья, обязательно вступайте в группу ВКонтакте, а также присоединяйтесь к Discord-серверу, чтобы не пропустить итоги розыгрыша. Ссылки будут в описании. Ну, в общем, ладно, немного с вами отвлеклись, давайте теперь переходить к теме данного видео. И вообще, ситуация какая? В обновлении 8.7 в игре появились новые лазеры с дистанцией стрельбы в 800 метров. И почти сразу мнения людей по поводу них разделились. Одни считают пушки какой-то имбой, а другие же наоборот очень слабым вооружением. Я отыграл за эти несколько дней с каждой из пушек примерно боев 40, и мне они показались неплохими. Да, они не разбирают всех подряд как спиры до ребаланса, но при этом если ты держишь дистанцию и аккуратно разбираешь всех издалека, то можно в целом сделать за бой пару Living Legend. Я уже тестировал данное вооружение и на Эребусе, и на новом Эмуджи, и, что интересно, пробовал даже играть с лазерами на Энглере, но буквально вчера мне пришла мысль о том, чтобы протестировать с новыми пушками робота Марс. Этот робот хорош своей огневой мощью в виде трех средних слотов под пушки, а также встроенной турелью, которая наносит очень неплохой урон. Да, конечно, после ребаланса урон турели сделали меньше, но при этом она все так же может за несколько секунд разобрать вражеского робота или даже Титана. В общем, я подумал, что Марс на трех пушках Еджи будет неплох, поэтому я собрал такую сборку и отправился в реальный бой. И сразу могу сказать, что такая комбинация мне показалась интересной и довольно сильной, но с некоторыми нюансами. И тут дело в том, что сам робот и пушки сочетаются не прям чтобы идеально. Марс во многом силен благодаря своей турели, а дистанция стрельбы у нее значительно меньше, чем у новых лазеров, дистанция стрельбы которых составляет 800 метров. Конечно, это вас не обязывает все время стрелять издалека, ибо тут нет такого, как у призм, что урон возрастает с увеличением дистанции. Но если вы будете стрелять из пушек Еджи издалека, то с большой вероятностью до вас никто не сможет дойти, и вы спокойно будете разбирать роботов противника. Конечно, дистанцию турели можно компенсировать умением Марса ее бросать, но при этом далеко не всегда получится кинуть ее туда, куда нужно, с такого расстояния. Поэтому, когда я играл, то мне приходилось адаптироваться под текущие условия. Иногда я мог и издалека стрелять, а иногда мог подойти поближе метров на 300-400, где не только лазеры наносили урон, но и встроенная турель Марса. Суммарно я отыграл боев 15 на такой сборке, и в целом она показывает себя достойно. В боях получилось сделать пару раз Beyond Godlike, что довольно неплохо. Ну и обычно надоедливые энглеры не успевают до тебя добежать, а ты их без проблем издалека можешь забрать. Единственное, что жалко, сейчас пушки получить проблематично. Поэтому обязательно поучаствуйте в розыгрыше, может вам повезет и тоже получите неплохую пушку, и потом поставите ее на Марса. Будет вполне неплохо. Ну и в принципе, друзья, это все, про что я хотел сегодня вам рассказать. Всем большое спасибо за просмотр, и если вам понравилось данное видео, то не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. Ну а с вами, кстати, был я, Полоскун. Всем удачи, всем пока!